встать примерно где-то на нее. То есть дальняя войд-зона появилась, вы два шага вперед, потом два шага назад. Вы не пролетаете, я сейчас как смотрел, некоторые пробегают просто через всю войд-зону. Вы теряете ДПС, ХПС, все теряете, короче. Это кошмар. Так, я забыл, что там, блядь. Где? ТТГ 400 и 600, короче, косарь. Я бидону накинул. Чем танк нажмемся вести ру взятого Магнес. Ух. Там Аки согрел, варом зайдет. А чё, куда ты? Бидон разве не из первого рейда у нас? Что-что? Бидон вроде в первом рейде, нет? А он не ходил. А, у него КД. Не, пошел, он не ходил просто в тот рейд. Ну, я говорю, не было КД. Угу. Шаман, если в утке, кинде. Да он пойдет? Не знаю, надо спросить. Новый шаман. Магнес, ты тут? ШПшка, прием. Прием, прием. Все хорошо, все здесь. Даю отчет. Давайте, 9% осталось. Чуть-чуть совсем. Просто зерк. Зерк босс. Изи вообще. Блин, локовский. Так, у тебя сейчас шадо. У ретрика на каст. Хорошо. Хорошо. Ух. Ничего страшного после. Так, шипышки, если заметили сферы над башкой, встаньте под них. Поднимаем, поднимаем, блядь, потеем. Прям запотевая. Вот стекла. Мобы пошли, Кенра. Чекай, все, хорошо. Встал возле сферы шипа, может отойти. Хилим, 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 рейд, давай, 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 давай. Геру дали. Все, смотрим. Чекаем. Миленький дебафчик за собой. Проклятие выносим. Войд зона РДД. Ой, отведи маленько. Вышли, вышли из этих колодцев, миленький, вышли. Давай. Магнус, на ХП читай. Все хорошо. Ауры ему поменялись паладинами. Проклятие выносить. Ковыряем. Ковыряем, ковыряем. Зажимай. Бигдем, бигдем на ХП, бигдем на ХП читай. Хорошо, сейчас может каст быть, но в принципе погружение вот каст. Подошли, подошли, зашли, вышли и добили босса. Те, кто выжил, давайте 4 ляма, лям, точнее ляма 4. Хорошо, 4, 25 лет. Ладно, прикинь, груд маги гер осталось. Надо 25-го желательно челика найти где-то, надеюсь, он будет. А Макиса вроде псалвара может пойти. Давайте с босса сейчас. Сейчас спалинкую. Вот это говно надо кому-то роги? Спок. Не, у меня такой. Второй в подарок. Закину меня, но он так. Может потом сделаю 1.4, 1.4.
Так, плечи, значит, что там, озноб, кровавый. Там двое плеч. Там двое плеч одинаковых. Ага, скелетов вижу. По ДКшникам. Ну, у нас двое же вроде. Так, плагию и антихрист. Плейбой и антихрист, значит, по плечам, да, получают. Хорошо. Плейбой стал. Плагию. А вот запад. Похуй. Это кому дал плейбою? Антихрист. Штаны, ваш исцеляющий заклинание, что там, блядь? Это кто вообще? А, 6%. Паладин. А, это латы. Паладин Буриал. Это паладин. Угу. Да я думал, классовая такая-то, может. Так, и запы. Кому надо? На кого они там? Ледяной удар. ДК. Нихуя. На ДК, на ДК. Это они, получается, сейчас укомплектованы кто-то из них будет, да? И кто из них лучше играет? Антихрист. Антихрист побольше дает. Ну, антихристу тогда сразу. Окей. Че, плейбой сильно хотел, да? Нет, ну типа, я не знаю, антихрист. Ну, ты сказал, кто лучше играет. И Space, Plague Boy я 4 года играю. Это один из лучших ДК вообще. Ну вот смотрите сами, я ни на чём ну, не оставил. Ну раз пока что он меньше одет, то, ну в другой раз чарку эту ударю. Ну тем более антихрист выиграл, по-моему. Пускай забирает. Не, тут же консул, я просто смотрю, кто кидает. Все, понял. Ну смотрите сами. Я к тому, что по рекаунту он просто больше дал. Не знаю, может он лежал там или что. На третьем боссе этот вагон лежал, так что остался без слов. В смысле, блядь, меня не прохилили. Я был топ-2 ДПС, блядь. Да ладно, еще все повыбиваем. Я говорю, в смысле, антихрист. Говорите, я лежал, блядь, как вагон. Так я далеко. Там надо отбегать. Ледж боя. Все отбегать, у меня дыхание не прохилили, блядь. Да ты тут при чем, вообще не про тебя говорю. Это Кенра, пошли в рейд, он еще магии будет. Видишь, он дыхание крутит, ты еще эху получаешь, блядь, от танка, который стоит в рутах в этот момент. Вот тебе надо там отбегать, сфера. Чтобы тебя прохилили. Ладно, вагон получается. Пошли, говорю, магик Гер. Это, пойдем с магика начнем. Да, с магика. У кого квест, вы не забудьте. Потом, кому надо, в Каменор ткну портал. Вот, квестик на магика. Не проебите. Взятый, короче, на магика еще будет. На грулями точно не хватит. У меня уже времечко это поджимает.